Корейские цистерны с топливом приближаются к озеру Тахо. Сопротивление организовало операцию по перехвату. Любая наша помощь будет хорошим подспорьем нашим солдатам в борьбе с оккупантами. Для связи пользуйтесь этими шифрованными радиоканалами. Я, как всегда, буду здесь. С вами был Голос Свободы. А вам напоминаю, вы находитесь на канале Asmodee Play. Итак, угнали вертолет. Тут. Мы должны захватить цистерны, иначе план близко закроется. Впереди БТРы. Мы приближаемся. Откуда так стрелять-то? Так. Ладно. Я поймал сигнал от передатчика. Конвой впереди, совсем близко. Впереди тоннель. Давай, Джейкоб. Лети через тоннель. Ни хрена себе. Как через тоннель? Вот так? Ё-моё. Аккуратненько. Сначала уничтожьте машины сопровождения. Мы должны догнать конвой. Давай. Да подожди ты. Тихо, я должен был что, вообще уничтожить или что? Так. Где вы там? Коннор, этот план не годится. Они не замедляют ход. Да, ладно. План Б. Зависни над цистернами и лети над ними с той же скоростью. Хоппер, открывай дверь. Да ты охренел, я не буду прыгать на полном ходу. Либо стрыгнешь сам, либо я тебе помогу. Но ты по-любому окажешься на цистерне. Мы должны все перебраться на цистерны, пока они не доехали до погранзаставы. Давай, Джейкоб. Ну и что я должен сделать? Захватить цистерну, но... Что должен сделать? Какую кнопку жать должен? Лечу с той же скоростью, что еще надо? И понятно. Легко. Все. О, господи, чтобы еще раз. Да, отлично. А теперь шли без остановок до самого Сан-Франциско. Тихо. Слева еще одна батарея. Ш.
Впереди на холмах еще зенитки. Где? Одна зенитка. Там все кишит корейцами. Не останавливаться, я спешу ворота. Джейкоб, за нами. Уберите их от нас. Ну, зенитки. Джейкоб, убери их от меня. Давай. Леди и джентльмены, с прибытием в Калифорнию. С прибытием. Они перекрыли шоссе. Мать и все, стреляйте по ним с эстаканой. Все? Ни хрена себе их накрыло! Тебе что? Придется делать крюк. Наверняка должен быть другой въезд. По-моему, это у нас не внедорожники. Просто поезжайте за мной. Джейкоб, ты нас прикроешь. Будем прорываться здесь. Блин. Куда вы поехали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Справа, Хаммер! На парковке корейцы! Так. Городающих в парке! Так. Так, нормально пока, да? Не вижу. Осторожно. Не останавливаться. Ну посмотрим, какие из них получатся тараны. Это хорошие и крепкие грузовики. Выдержат? Конечно, выдержат. Что ты хочешь из них сделать только? Из этих крепких грузовиков. Гранатометчики на крыше мотеля. Так. Кто еще? Давайте. Чего я люблю, парни? Что? Этот-то не живой, нет? А гузок? Ну и куда ты? Мне покажи. Все-таки я тут главный действующий персонаж. Где ты, где ты, где ты? Белая карета. Атакуй на дороге, не стой, крыша, дорога, осторожно! Вау! Тихо, 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 тихо. С вертолетом. Мы почти добрались. Давай открываем. Вот, разобрался. Ракетчик слева. Подождите. Уберите их от нас. Гранатомет на балконе. Не стреляют. Да ё-моё. Бросите догонь. Это был последний. Они стреляют. Теперь где? Они точно знают, что конвой захвачен. Не останавливаемся. Так и не останавливаемся. Вокруг форта полно зениток. Да я уж вижу, что меня тут атакуют вообще. Только ленивый не стрельнул в мою сторону.
Так, где еще? Так, полно звездок. Ну, три штуки было. Так, так, так. По мосту, по мосту. Вот черт! Черт возьми, Коннор! Я же просила быть осторожнее! Заводи снова! Пытаюсь! Мы здесь как мишени! Ну и кто тут на этот раз на вас нападет? Катера? Еще вертолеты, кто? Внимание, сюда приближаются корейцы! Дьявол, они не отстанут до самого фриска! Хоппер, выброси на мост всю взрывчатку! Надо смотреть на этой погоне! Хорошо, но мне потребуется время! Джейкоб, прикрой меня! Да, о, вон они! Давай еще раз. Ух ты! Хоппер, как он мой? Планета зарядов установлена. Ух, что там еще? Управление у него гораздо легче, чем... Это последнее! Как он назывался игра-то? Это... Кризис. Давайте, продвигайтесь. Поехали, зададим этим гадам шару. Вот и все. Вот они за нами и не могут ехать. О, ни хрена себе! Вот такие мы молодцы. Говорит Коннор Морган из сопротивления в Монтрозе, камарады. У нас три цистерны топлива для армии США. Вас понял, вы как раз вовремя. Мы разбили передовой лагерь Саут-Алита. Встретимся там, прием. Окей, да. Будем через 3 часа сопровождения. Конец связи. Конец. И, а я в туннель. Давным-давно в Америке была великая армия, способная по первому требованию отправить свои силы туда, где они требовались. Но теперь, когда наша нация распадается, а коварный враг наносит все новые удары, все изменилось. Однако могущество нашей страны никогда не исчерпывалось деньгами. Однако могущество нашей страны никогда не исчерпывалось деньгами. Повторяешься. 250 лет назад фермеры и торговцы, печатники и кузнецы победили могучую империю, вооруженные лишь храбростью и мечтой о справедливости. И сегодня новое поколение американцев примкнет к нашим бойцам, чтобы вырвать Сан-Франциско из рук врага. Я — голос свободы, а вы — ее стремительный и беспощадный меч. Это война за судьбу нашей нации. Да здравствует свобода! Ну, вот так вот, значит. Вы же группа сопротивления из Монтрозы, Колорадо? Ну да, то, что от нас осталось. Вы молодцы, ребята. Спасибо за горючее. Теперь у наших парней будет поддержка с воздуха. Но сначала нужно вынести зенитки. Ну что ж, на этом все. Можем вылетать! Вы двое со мной. А теперь? А вы двое с ним. А теперь... А теперь мы заканчиваем нашу трансляцию. То, что мы произведем дальше, и в следующем видео. Пока.